Здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем с вами прохождение Ведьмак 3, Кровь и Вино. Ну что ж, мы ищем вход. Давайте-ка соберем сначала тут все. Сколько тут? Много интересного. Интересно, попадем сейчас. Ага. Отлично. Вор нашел в гробнице нечто, что активировало входной портал. Интересно, какие еще сюрпризы готовит это место. Всякий случай, Квен. Так. Что такое? Что за мешочек? Похоже, кроме меня здесь есть еще кто-то. Ты очень худой, мне туда не протиснуться. Надо найти другой путь. Так, что там? Есть внизу, а есть наверху, да? А, или это типа оттуда вот так вот идти надо, да? Ну ладно, я так вот спустился. Не знаю. Да, не любил. Воу-воу-воу, ну-ка. Пипец. Окровавленные бинты. Кто-то здесь перевязывал раны, должно быть, поранился, пытаясь забраться наверх. Что ж, по крайней мере, встреча с пантерами он избежал. Блин, пипец. Как тут? Куда тут? А, или... Жесть! Да тут лабиринт! Это у нас чего тут? Какая перемена? Все забираем. Так, тихо, не застревай. Ребят, также на паузе почитайте. Арбалет зачем-то. Твою мать, можно было... Это легкая киса. Так что ничего такого тут страшного. Так, есть у нас. Вот кто был тут до меня, забрался на стену, чтобы обойти пантер.
пантеры же прыгают высоко, чего? Странно, ладно. Так. Дальше смотрим. А как смотреть тебя? Может, тебя стрельнуть надо? Чё, открылось? Ну, конечно. Закрыто. В записях было про 4 выступающих камня. Надо их как-то нажать. Попробую достать их из арбалета. 4 камня. А, вот. Правильно, я и это. Второй. А где еще? Второй. Неплохо. Мне бы тоже такое не помешало. Подождите, второй, а где еще 4-то? Там что ли? 4. Я только 2, да, открыл? 2. А может они там? Нет. Ладно, давайте. А чё нам делать? Писец, надо сохраниться было. Ну. Так, ну, давай. Тут у меня это. Хватит стрелять. Ну давай, чё ты говори. Короче, так, сохраняем сейчас. Неплохо, мне бы тоже такое не помешало. Ну... Так, а как я не помню, как мне. Как туда, блин, перепрыгнуть? Я что-то не врублюсь. Так, нашел я все-таки эти камешки. И вон один, оказывается. Получилось. Дальше идем. Интересное место. Кажется, оно такое не случайно. Надо бы осмотреться. Впечатляет. Это просто украшение или... Непрошенный гость! И ты здесь не рады! Да-да, я уже понял. Ах!
пошел в жопу. Ты чё? Ага. Прекрасно. Теперь еще порталы. Так, ну, наверное, сюда. Че? Неужели попал? Нет? Так, это мы... Хорошо, поищем следующий проход. Зараза, я вернулся к началу. Так, сюда. А, то есть это другая, все понятно, да? Пойдемте так же, твою куда смотрит нога. Не то. Может, есть какие-то подсказки? Хорошо, поищем. Так. Хорошо, поищем следующий проход. Стоп, сейчас. Подсказки. Вообще, надо следовать туда, куда смотрит статуя, я так понял. Давайте-ка вниз мы оттуда выходим, раз. Мы заходим сюда наверх. Хорошо, так, поищем значит, я опять правильно проход. Попал, похоже. Так, если статуя смотрит туда... А, мы... Смотрит статую туда, еще дальше, значит, дойти. Да, вон туда давайте пойдем. Сюда вот. А вот и лаборатория Моро. Так. Так. Сколько всего тут? Кристаллы. Их надо поместить в мегаскоп. Двух кристаллов не хватает. Так. Осматривай, ё-моё, блин. Что ж, осталось выбрать вход. Так. Кристалла с этой записью нет. Надо осмотреть лабораторию. Вдруг он где-то здесь. Кристалла с этой июля. Год 1102. Сегодня я начинаю величайший проект всей моей жизни, который важнее любого другого, поскольку касается лично меня и моего сына. 15 лет назад на меня напало чудовище, и жизнь мою спас ведьмак. Тогда я не догадывался, что за спасение мне придется заплатить судьбою собственного сына. Если бы я мог повернуть время вспять,
Я бы умер, но не отдал бы сына ведьмакам. Но случилось то, что случилось. В день, когда Джерома забрали, я поклялся честью, что верну сына. Сегодня, после многих лет изысканий и подготовки, я создал машину, с помощью которой смогу изучать мутации. Если боги в милости своей меня не оставят, я придумаю, как обратить означенные мутации и вернуть Джерома к нормальной жизни. Значит, профессор не собирался усиливать мутации, он хотел от них избавиться. Интересно, у него получилось? И что это может дать мне? Наблюдение 30-е. Мутации начинают действовать не сразу. Но и с течением времени они не усугубляются. Чтобы мутация прогрессировала, следует неустанно добавлять соответствующие мутагены. Объект переносит это не лучшим образом. Но я смог сделать мутации менее инвазивными. Для этого к базе мутагена я добавляю блок мутировавших яиц скалопендроморфов. В стеклянном террариуме, кстати, их рост прекращается. Эти яйца сами по себе примечательные. После мутации от них начало исходить восхитительное сияние. Надеюсь, использование этих белков не вызовет серьезных побочных эффектов. Время покажет. Годы экспериментов, исследований, жертв. И все впустую. Я не достиг искомой цели. Все мутации, которым я подвергал объекты, были неэффективны в отношении Джерома. То, что должно было излечить его от ведьмачества, вернуть его к нормальной жизни, лишь усугубляло мутации, увеличивало его скорость и силу. Делала его еще более не человеком. Мой сын навсегда останется ведьмаком. Я потерпел поражение. Пора оставить это место и вернуться домой. К Лидии. Вдруг она все-таки примет меня. Рецепты и мутагены я оставляю здесь. Пускай они рассыпятся в прах. Как мои мечты о возвращении сына. Значит, профессор хотел обратить мутации вспять, а вместо этого только усиливал их. Тем лучше для меня. Судя по записям, профессор пытался отменить действие ведьмачьих мутаций, но в результате лишь усилил их. Мутагенную базу он делал из яиц гигантских скалопендроморфов. Значит, надо поискать яйца. Интересно, а где еще эти кристаллы, которые... А, вот кристаллик еще. Надо думать, этот человек был здесь не по своей воле. Так, еще один кристаллик я нашел. Что с ней делать-то? Препараты. Надеюсь, их не отнимали у владельцев силой. Так, пойдемте посмотрим. Этот кристалл отсюда. Все кристаллы на месте.
Посмотрим, что там такое. Что ж, осталось выбрать вход. Наблюдение 22. Несмотря на введение избыточной дозы токсичных субстанций, объект не проявляет никаких симптомов передозировки. Полагаю, это также результат мутаций. Итак, малый успех. Благодаря этой мутации Джером лучше переносит яды. Наблюдение 58. Порой неудача сама ведет к успеху. Я открыл метод преобразования одного типа мутагена в другой. Нужно лишь добавить некоторые ингредиенты. Это великий день для науки. Кроме того, после сегодняшней дозы мутагенов объект был на грани смерти. Однако затем он резко пришел в себя, а силы его восстановились. Разумеется, не в полной мере, но можно сказать, он вернулся к жизни. Трудно сказать, виновны ли в этом его мутации или это совпадение. Необходимо провести дальнейшие эксперименты. Хватит смотреть. Действительно, хватит смотреть. Пойдемте искать. Хорошая библиотека. По большей части книги о мутациях и генетике. Так, что еще тут есть? О, ага. Так, а там есть куда-нибудь проход? Тогда яйца, наверное, сначала посмотрим. Ага, а вот и мамка проснулась. Да, иди. Еще одна. Чё, двое на одного? Ладно. Ну чё, сучки? Ладно. Прости. Мне нужны твои яйца. Яйца, яйца. Так, подождите, это мы вернулись назад. Опять они. Да блин, сколько у вас? Нехорошо. Давай быстрее, блин. Ну. Такое. Так.
Ух ты. Ладно. И теперь, я так полагаю, мне туда, да? Разместить белок мутирующий яд склофен в устройство профессора Ро. А, сюда, значит, да? Раздеться и запустить машину профессора. Чего? Нет смысла надевать полные доспехи. Лучше бы снять броню и оставить оружие. Нет смысла надевать полные доспехи. Лучше бы снять броню и оставить оружие. Так а я что сделал? Ну, так что ли? Нет смысла надевать полные доспехи. Лучше бы снять броню и оставить оружие. Так что? Нет смысла надевать полные доспехи. Броню. Лучше бы снять броню и оставить. А я же... Нет смысла надевать полные доспехи. Лучше бы снять броню и оставить. А, давайте, короче, тогда все с ним. Перевод. Пора проверить, а на меня мутагены профессора будут действовать так же, как на его сына? Так, вы открыли систему мутаций. Мутации позволяют развить особые способности, недоступные простым смертным. Чтобы узнать об этом больше, откройте окно персонажа. Опа-на. Окно персонажа. Рюкзак, карты мира, задания, умения персонажа. Ага, мутации. Ух ты, ёптель-моптель. Исследование мутаций. Чтобы успешно завершить исследование мутации, нужно... потратить определенное количество очков умений, также мутагена. Выберите одну из продвинутых мутаций. Ёпт. Так, что у нас тут? В бою против противника устойчивых к контратакам, а также против чудовищ удар мечом наносит на 25% больше. Атакующий противник получает так не то. Критический урон. Так, давайте, наверное, вот это вот. А как? Когда вы достаете, чтобы развить более сложные мутации, необходимо пройти базовые мутации. Подробнее об этом можно узнать в описании отдельных мутаций. Очки умений. Надо было раньше это все открывать. Ёптель-моптель. Ёптель-моптель. Блин, если бы я знал, я бы, конечно, раньше все это открыл. Ладно. У нас умение персонажа. Давайте теперь. Ждать. Одеваемся.
Ладно, покинуть лабораторию. Так. Столько всяких ништячков там внизу. Давайте-ка. Быстренько их соберем. Не догоните, не догоните. Мишка. Спи, спи, спи. Спи, Мишка. Я думаю, на этом можно и закончить. Выполнять все эти побочки, потому что что тут? Остальное все ерунда. Хотя, с другой стороны, прокачиваться, блин. Я не знаю. Что ладно. Происходит? Блин, надо было в начале, в самом, когда я только-только нашел этот озеро. О, если бы я знал, конечно, что там без кислорода на этой можно прыгнуть, то... А, ну пофигу. Чего ж теперь вспоминать. Давайте на этом...